Ну что, съездили, как? Отлично, слава богу. Надо будет скачать как-нибудь. А сейчас не получится? Значит, сейчас получится. Давай. Доволен? Доволен. Мужья возьму, не надо. А где Пупков? Встречает брата. Я же ему позвонил. И что? И стратился. Сказал, минут за пять до подъезда, сообщи мне, что это. Ну, он там, брат ему позвонил, ему надо это... Я заезжаю. Дорогу встретить. Не понял. Брат, двоюродный брат позвонил с города и просил его встретить. Он на, с Барнаула, ну, он едет. Сейчас-то где он? Он на повороте на 73-м километре ждет его. Пешком придет? Почему? Он с ним на машине приедет. А какой брат у него? Двоюродный какой-то брат. Не знаю. Да. Игнат Тихонович, вы пачку этих, я Новый Заветов хотел попросить. Евангелие. Ну, возьми. На эту раздачу. Витя! Витя! Ну еще! Открой, а, пачку достань. Довольно? Да. А слава богу. Так, где остальные это? Нет, закрыто. Давай, пятится. Виктор-то где? Вот он, вот он. Пускай ставят машину. Пойдем сейчас. Ну вот теперь все, считай. Сколько обошли? Примерно. Почти все. А? Почти все село. 90% обошли по новому. Народу много пришло? Сколько там? Двое девчонок небольшого роста и мальчик чуть поменьше. И все. Ну, еще сказать, вот так и так вот. Но главное-то вы верные оказались, сходили, вас увидели. Из тех, кого приглашали, ни один не пришел. А вот Никита увидел, что там к магазину подходит вот эта детвора, и он решил их пригласить. И они подошли. Понятно. Такое дело. Видишь, сейчас ставит машину. Ну ладно. Довольны? Да. Давайте, готовьте ужин. Чего хотел? А где у вас на Ползунова эти визитки? А? Визитки где? На Ползунова. Как их забрать? А что, не захватил? А кто тебе позвонил? Никто не звонил. Я батюшке наказал, надо узнать, может, а, крест. Ну, Витя, я просто попросил у Вити, он говорит, они на Ползунова. На Ползунова, где женщины раздеваются. А, ну в храме-то я не попаду, в храме, я думал. Никак не попадешь. Ну, тогда батюшка привезет, да? Да. По славу Божию. Все тогда.